Программа празднования Дня железнодорожника в поселке Вычегодский. Все начнется в субботу, 5 августа, со спортивных состязаний. В 10 часов утра у дома физкультурников стартуют праздничные турниры по пляжному волейболу, городкам, мини-футболу и стритболу. В 11:00 свою силу продемонстрируют зрителям участники показательных выступлений по русскому жиму. Основные гуляния развернутся в поселке железнодорожников в воскресенье 6 августа. В 10:00 на территории Вычегодского ДК продолжит свою работу универсальная выставка-ярмарка. В 11 часов здесь начнется фестиваль детских рисунков на асфальте, а после концертная программа «Детский паровозик». В 13 часов возле Дома культуры для детей и взрослых стартует веселая эстафета. Завершится праздник большим концертом с участием лучших творческих коллективов города и поселка.